Ну, слава Богу, я рад вас видеть, всех, каждого, потому что действительно, когда людей мало, ценишь каждого, и это здорово, но я постараюсь, чтобы вы что-то получили сегодня, и я сам вдохновлен этой темой, о которой сегодня хочу говорить. Поэтому думаю, что вы будете благословлены, надеюсь на это. Но мне кажется, такая тема, там невозможно не быть благословленным через нее. Потому что это немножко пинок под зад. Чуть-чуть. А он каждому нужен. Но в виде вдохновения все. Тема называется... Кого выбирает Бог или Богу нужны делатели? Или можно так еще назвать, стань человеком дела. Человеком дела, да? И в принципе вот уже достаточно для того, чтобы пойти домой, да? Или нет? Что? Ну, потому что вот действительно это уже, можно сказать, стань человеком дела просто. И все в твоей жизни действительно будет хорошо, потому что, человек дела есть человек дела, правильно? И тут все как бы вот уже само собой все сказано. Но я бы хотел вам сегодня показать. И когда я просто начал эту тему готовить, я думал, что вот только несколько примеров вот этих духовных людей, которые действительно люди дела. Но потом вот каждый из них, любой человек из Библии, любой практически герой веры, вера – это был человек дела в первую очередь. И потом уже он стал тем, кем он стал. И вот просто для примера, кого выбирает Иисус, ученики, для того, чтобы следовать за ним? Из тех, кого мы знаем, про кого написано, потому что про некоторых не написано. Например, я не знаю, кем был Фома, я не знаю, кем был там еще кто-то, Варфоломей, может быть, Иуда тот же, Искариот, не знаю, кем был, бухгалтером, да, он был более-менее, скорее всего. Но... Я знаю Петра с Андреем, знаю Иоанна с Иаковом, что они были рыбаками. Правда, что написано, где их находит Иисус, когда они занимаются работой. Когда Иисус попросил у Петра лодку, мы знаем, что он до этого всю ночь ловил рыбу. То есть мы видим, что Иисус берет человека, который занимался делом, да, и не просто вот человек лежал дома и не знал, что ему делать, а пойду-ка я в церковь, да. И так далее, да? То есть мы видим, что человек был занят делом. И Иоанн был занят делом, мы про Левия Матфея то же самое знаем, да? С какого места он его взял? Написано, что Иисус, когда проходил, увидел мытаря, сидящего на своем месте, сбора пошлин. То есть он занимался делом. Иисус вот из этого состояния его забирает. Я также вижу, что однажды человек не берет, Иисус не берет одного человека, который просится за ним пойти, который не был человек дела. Знаете, это кто? Гадарянин, которого Иисус освободил от легиона, который попросился, а можно я пойду за тобой тоже? Говорит, нет, домой. Работать, другими словами. Говори, свидетельствуй там, просто живи среди людей, да, потому что, я не хочу сказать, да, что вот только из-за этого он его не взял, но по всей видимости и из-за этого может быть тоже, потому что он был только освобожденный человек, только пришедший в себя, проснувшийся, ему нужно было просто вот сейчас еще не за Иисусом идти, а идти просто пожить среди людей. Я точно так же вижу, например, с Моисеем. То же самое. Был принц, собрался стать спасителем. Все красиво, правильно или нет? У него было пророчество. И он чудесным образом попадает во дворец фараона, да? Вырастает во дворце. Не знаю, был трудяга, не трудяга, но точно не руками работал, правильно? Может быть, наукам был обучен, все как надо, но был принц. И вот этот принц вдруг хочет стать еще и спасителем своего народа. И что Бог ему говорит? Спокойно. 40 лет. В пустыню пасти овец. И пока он не стал вот этим человеком дела, принц плюс кто?
работяга. Пока вот все, принц, весь принц из него не вышел, 40 лет. Представляете, целая жизнь до того, как Бог берет человека в призвание, этому принцу нужно было прожить 40 лет, занимаясь обычным трудом человеческим. Для чего? Для того, чтобы тоже понять, как живут обычные люди, правильно или нет. Для того, чтобы просто понять, что есть реальность. Потому что чему бы, как бы он повел этот свой народ, будучи просто принцем, как бы он понимал, как живут просто обычные люди. Но когда Моисей прожил вот эту жизнь, да, одна жизнь была во дворце, потом другая жизнь, которая 40 лет в пустыне, это целая жизнь. Ну, там не то, чтобы была пустыня, то есть там были пустыни, вот эти горы Аравийские, где он там был зятем. Тесть у него был мадиамский священник, и он был пастухом. Может быть, он не то, чтобы был прям вот прям последним пастухом, ну, были большие стада, он был, наверное, начальником, да, у него были наверняка какие-то слуги, которые тоже там вот бегали, прикрывали там края этих овец там и так далее, да, но сам факт, что этот человек занимался делом, и как его Бог призывает? Когда пас овец опять, правильно или нет? Он пас овец, Бог вдруг посмотрел на гору, и там горит, правильно? То есть Бог опять его с места работы и забирает, понимаете, про что пытаюсь сказать, да? Что и вот, ну, я сегодня я вам практически, ну, много кого перечислил, что вот Божьи люди, они в принципе именно вот такие, в первую очередь были люди дела, потому что, ну, для Бога это важно. Вот, например, для меня, ну, я вот понял, мы через себя тоже понимаем, какой Бог, знаете или нет? Потому что, ну, вот, он же нас сотворил по своему образу и подобию, и многие принципы в нас уже заложены, потому что мы такие же, как он, где-то частично. И мы, когда хотим сделать какое-то успешное дело, да, мы кого будем брать? Ну, мы будем людей нормальных брать, правильно фильтрать? Или наберем вообще кого попало просто? Лентяев. Правильно? Если я хочу какое-то дело сделать и наберу лентяев, там, которые вот никогда ничего не делали, или они вот все время не такие нытики, вот ничего не хотят, я сделаю дело или нет? Может быть, и сделаю, но не факт, что быстро, и не факт, что хорошо. Правильно? Тогда, соответственно, если я хочу какое-то дело сделать, я буду набирать, ну, людей, буду смотреть. Вот я однажды просто вот, я как строитель, просто отделочник, увидел однажды ребят, я как бы отделочник, мне, ну, как бы вот, мне нужны, в принципе, профессионалы, которые умеют делать работу уже, да? Но я понимаю, что научить делать работу проще, чем вот переделать лентяя в трудоспособного человека. Вот лучше взять трудолюбивого человека, который умеет хорошо трудиться, и научить его каким-то моментом, чем вот пытаться бороться с лентяем, который вроде мастер, но он не хочет ничего, знаете. И вот с таким человеком трудно чего-либо добиться. Вот примерно такие нам предстают вот в Библии фарисеи. Знаете, вот они вроде профессионалы, они вроде учителя, но Иисус их за что ругает, да? Вы вот облекаетесь, вы любите на передних местах сидеть, вы тут десятину даете с мяса, они-то и тмина, аниса и тмина. Представляете, что он перечисляет вообще? С чего они дают десятину? Десятину с сыпучих вот этих вот, ну, почти никому не нужных вещей. То есть вы вот здесь вот, вы такие вот это, но он смеется над этим, понимаете? По большому счету, вы даете вот с этих вещей десятину, а сами пальцем не хотите пошевелить, помочь людям, потому что, ну, вот, их только осуждаете, что вы не то, вы не это, да, а на самом деле весь остальной народ, вот как живет, да, тяжело трудится, люди тяжело трудятся, они еще на них бремена возлагают, вы давайте, и тут и десятины, и вы что, а что так мало, и так далее, то есть, вот, понимаете, да, а у самих все хорошо, они вот как бы вот духовные такие, они ходят, они свою работу выполняют, они там громко молятся, там, и так далее, да, Иисус их так нарисовал. И по большому счету я чуть-чуть в этом вижу такое лентяйство, знаете. Не хочу никого осуждать, но и в современной церкви на самом деле чуть-чуть, ну вот, знаете, как будто бы мода, что ли, стала открывать церковь, или вот уже церковь открывается. Может быть, когда она открывается, там пастора там и те, которые вынуждены там, вот эти служители, много трудятся, но как-то вот не могу я из себя вот убрать это ощущение, что когда смотришь на жизнь, ну, многих, которых вот я знаю, служителей, что как будто ихняя цель больше вот прийти к такому
не работанию, так сказать, вот духовному труду. Знаете, есть, вот я это чувствую, я не могу это объяснить, я надеюсь, вы это тоже чувствуете, и обычные люди, они тоже это чувствуют. Когда человек действительно трудится, да, по-настоящему, и там, и там, и там, и там, и у людей даже вопросов не возникает, когда они видят, как человек трудится. А точно так же возникает ощущение, что он как вот, он, это, как Иисус назвал фарисеев, вы обираете домы вдов и сирот. Понимаете? Для того, чтобы самим вот хорошо жить, то есть как бы вот у них есть там какие-то, а вы еще их обираете, ихние дома, да? И вот, ну, и это присутствует, то есть как бы вот часто вот за этой духовностью и вот у духовной власти есть, может быть, такой перекос. Люди, которые вот ей обладают, они как будто бы имеют право не трудиться обычным трудом. Но мы видим, апостол Павел нам показывает совершенно другой пример, знаете, да, Леня? Он был апостол, был открыватель церквей, и он когда пишет в письмах, он тоже пишет, мы могли бы не работать, мы могли бы не работать, мы проповедовали вам слово, мы вас созидали, мы могли бы, но мы специально делали все, чтобы вот никак, ничем от вас не пользоваться, чтобы вам дать вот этот настоящий пример христианства. Мы предпочли работать своими трудами, себе зарабатывать и еще и параллельно вас учить. Вот какой пример, вот какой заряд есть у Павла, который, в принципе, в свое время был тоже фарисеем. И, ну, и я, опять же, вот говорю, то есть, к чему я вообще сегодня это все говорю? Я хочу действительно вас вдохновить, ну, вот в том, чтобы мы... Я знаю, что многие вот из вас, в принципе, люди дела. Но чтобы мы вот не унывали, а понимали, что на самом деле быть человеком дела – это и есть Божье благословение. Потому что Бог однажды все равно увидит тебя, твое отношение к делу, и поднимет тебя, и проведет. И поэтому вот я хочу сказать, как в Библии, вот эти люди дела, они были замечены Богом однажды и взяты на другой уровень, понимаете? На другой уровень, и опять на другой уровень, и все. То есть нам нужно забыть вот, и выбросить уже это из головы, вот эту модель такого христианства, что как будто бы у Бога нужно что-то выпросить, какой-то халявы или вот чего-то такого сверхъестественного. Как помните вот прошлую проповедь, которую я говорил о том, что первое искушение Иисуса было, это скажи хлебам, чтобы они сделали с камнями. Как добывается хлеб? Он не добывается из камней, не добывается из того, что нужно сказать камням, чтобы он сделался хлебами. Хлеб нужно пойти, посадить, там, заработать и так далее, да? Правильно или нет? То есть каждый работник достоин пропитания. Это так добывается хлеб, поэтому не надо говорить камням. Поэтому нам нужно вот убрать из головы эту иллюзию, что Бог это, да, он добрый даятель, но он духовный даятель. Он дает тебе духа, дает тебе силу, дает тебе мудрости для того, чтобы ты пошел и добился, пошел и заработал, пошел и вырастил и так далее. И он будет благословлять уже тебя в процессе этого делания, а не просто как Буратино. Помните Буратино, что с ним сделали? Кот Лиса Алиса и кот Базилио, да? Пойдем с нами, мальчик, у тебя есть 5 золотых. Закопаем на поле чудес, произнесешь волшебные слова, крэкс, пэкс, пэкс, и вырастет дерево полное золотых. Понимаете, вот мы сами, то есть он позволил этот Буратино себе вот эти вот, вот эту историю рассказать и захотел в нее поверить, потому что она очень красивая. Понимаете, что наше христианство часто, почему мы разочарованы, то, что Буратино потом разочаровался, его кинули. Понимаете? Почему мы часто вот разочарованы, очень много людей разочарованы в христианстве, потому что они к этому отнеслись так. Приди в церковь, у тебя все будет хорошо. Приди к Богу, у тебя все будет хорошо. Не в этом смысл. Понимаете? Не в этом смысл, чтобы просто прийти или принеси свои деньги в церковь, плати десятину, у тебя все будет хорошо. Опять же, не в этом смысл. Не в этом. Поэтому ну, нужно вот с этим христианством, чтобы у нас было вот как ясность была. И черту нужно подвести, что ну, не будет крэкс-пэкс-пэкс, не будет, сколько бы... Понимаете, что самое интересное, что многие из нас пытались уже это делать, и периодически пытаются все-таки что-то выпросить у Бога, такой, какой-то халявки, да, ну когда же, ну вот этому повезло. Вы знаете, вот я больше отношусь к тем людям, которым повезло в чем-то, да, вот они нашли там кучу денег, выиграли в лотерее, как больше к проклятию, нежели к благословению. Потому что это как незаслуженный какой-то дар такой, за который тебе потом придется ответить чем-то, по большому счету. И есть статистика такая вот людей, которые выиграли большие деньги в лотереях, что у них большие проблемы
в семьях, у кого дети наркоманами стало, кто жизнь самоубийством покончил там и так далее. То есть вот такая статистика есть, что ничего хорошего с этими людьми не произошло. Поэтому это вот, ну, у Бога действует. Вот опять же, теперь к благословению перейдем. Вы все помните, не так давно была проповедь про Иакова, который одевается в своего брата, да, одевается, да, и мы сравнивали, что это вот как человек, который хочет очень сильно благословения, главное благословение в своей жизни, первое благословение. И вот теперь мы посмотрим, как на него, как на обычного человека, который действительно хочет благословения в своем представлении, правильно или нет? У него же есть свое представление о благословении. Да, может быть, это все от Бога, мечта внутренняя, он идет, он получает это вот от папы, это благословение уходит. И он думает, может быть, он думает, ну все, благословение получено, а что теперь? И может быть, он тоже к этому относился, как именно вот к рекспекс-фекс, вот к такой халяве, которая вот хитростью своей пошел, у брата там он сначала купил за похлебку первородство, потом переоделся, все вроде сделал. Но мы что видим в реальности, это с ним произошло? Реальность какова его была? Уходит из дома без всего, спит в пустыне, на камне, да, ему Бог приснился, ему говорит, я с тобой, я тебя благословлю, но что мне от этого? Правильно или нет? Что? Он что ему? Он не поел, он ему теплее не стало, у него как бы опасностей меньше не стало, пошел к дяде, у которого работал 20 лет, 20 лет, который его кидал каждые там 7 лет. Сначала на жену не ту подсунул там, да, потом еще что-то, потом хотел тоже на все его кинуть. Но если мы вот видим так, мы видим одно, но мы видим процесс. Процесс становления личности, процесс становления делателя, работяги, трудяги. То есть, понимаете, что мы вот, ну, в реальности получаем? То есть человек, который хочет благословения, видим его, да, вдруг, и идет за этим благословением, ему Бог говорит, все, у тебя есть мое благословение. Но в реальности Бог из него начинает делать трудягу. Работягу, которого кидают, которого обманывают. Но есть что-то в нем, именно вот это вот слово, благословение, что я с тобой и буду с тобой, и я тебя в итоге благословлю, что не дает этому человеку просто остановиться. Понимаете, не дает этому человеку просто начать действовать какими-то неправильными методами, мотивами, да, начать тоже, а, если ты меня обманул, то и я тебя обману. Правильно? Он не идет на это. Там написано, когда он жалуется своему дяде, как дядя с ним поступал, он говорит, ты 10 раз менял плату, нет, 10 раз вот это награждение ты кидал меня, обещал одно, давал как бы другое, или вообще ничего не давал. Он говорит, ну как, ну я-то как работал, он говорит, день и ночь, я говорю, ты холод, и зной, я пас этих овец, и ты стал при мне богатым. Ты, говорит, когда лев, ну кто-то задирал овцу или овца пропадала, он говорит, я из своего тебе возмещал. Представляете, он работает на него полностью, но у него какие ценности просто у самого. То есть они ему, понимаете, только из-за этих ценностей, только из-за того, что вот он живет вот верой в Бога, да, этими правильными моментами в своей жизни, он это делает. Представляете, он это делает, потому что он верит в Бога, что Бог его благословит. Понимаете, я понял, ну, мне вот как бы хочется вот с вами этим поделиться и... Сам я понял, что такое благословение Божие, настоящее Божье благословение, это если Бог, как бы вот, если ты станешь человеком дела, просто станешь человеком дела, то есть это не просто работяга, который не знает, за что работает, вообще нет никакого видения, это немножко разные вещи, да, потому что вот это рабство было в Египте, то есть народ израильский, когда был в Египте, работал на египтян, строил их города, там пирамиды, просто за еду и за одежду, просто вот им там вот минимум покрывался и так далее, то есть у них не было никакого видения, что они строят какое-то себе наследие, что они куда-то идут, они просто работают на кого-то, это немного другое, да, работать на кого-то, и работать как бы вот на себя, на будущее, на видение, которое в тебя вложил Бог, да? То есть что делает Бог? Бог берет людей, которые способны, могут работать, учат их, грубо говоря, работать, трудиться, наполняет их своим духом, своим видением, своей картиной, наделяет этой силой духа. И все, и получается вот этот человек, и вот это и есть благословение. То есть даже Соломон написал такое, что есть самое лучшее для человека.
что вот из всего того, он говорит, это суета, это, я делал это, и работа вроде ради работы суета, он говорит, но счастье как бы для человека это делать любимую работу, которую Бог ему дал делать, и наслаждаться вот от этой работы, ну, плодами, и потом увидеть вот эти тоже результаты. В принципе, вот это и есть благословение. Поэтому мы должны вот, ну, расставить эти вещи правильно, и я знаю, что вы все именно хотите и уже являетесь такими людьми, поэтому и должны продолжать. И должны продолжать являться такими людьми, поэтому Иисус ищет таких людей. Иисус что сказал? Молитесь, просите Отца выслать кого? Делать или на жатву свою, делать или на жатву свою, не просто молитесь, там кого-то выслали, чтобы, а именно делать или, понимаете? И когда ты начинаешь, если ты вот послушаешься Иисуса и начнешь молиться этой молитвой, Иисус, вышли делать или, значит, все будет происходить. Ты будешь делателем, он начнет из тебя делать или делать. Потому что, ну, это на самом деле самое лучшее, быть этим делателем в числе вот этих делателей. И быть делателем, и еще, ну, делать других делателей, вдохновлять собственным примером и двигать вот это Божье Царство, строить Божье Царство на этой земле. Это наша миссия, это наша цель. Поэтому то, что делает Бог, то, что я увидел, проследил в Евангелии, что Бог берет людей, которые работают, много работают, способны работать, и делает из них уже, да, как он Петру сказал, да, ты был ловцом рыб, а я сделаю тебя ловцом душ. То есть он уже меняет эту профессию. И это суть на самом деле. Очень много, я просто вот, как будто бы я мысль-то саму сказал, вот примеры, они просто, их очень много. Вот Давид. Представляете, вот был царь Саул, который вот разочаровал Бога своими поступками, и Бог сказал, все, я забираю царство у тебя, и я отдам другого, и по другому. И он говорит, нашел я мужа по сердцу моему, который исполнит все повеления. А вот знаете, где он его нашел, Давида? Вот в тот момент, когда он говорит, я нашел. На поле с овцами. Когда Давид, будучи еще подростком, молодым парнем, самым младшим из своих братьев, ему доверили это стадо, и он пас стадо, и как он делает свою работу, а? Потому что мы знаем, что Давид, когда вот рассказывал, он говорит, приходил лев, приходил медведь, забирал овцу, и что Давид делал? Гнался за ним, убивал его, брал его за космы, говорит, убивал его, вырывал овцу и возвращал все. Понимаете? То есть вот Бог ищет там, да, себе кого поставить на царство, да, кого сделать царем, кого вот вознести. И он видит вот этого пастушонка во всем царстве, вот этого вот парня молодого, пастушонка. И он говорит, вот ничего себе, какая отдача вообще, какое посвящение просто тому, что просто человеку доверено. Просто вот, да, доверено что-то, и как он делает это, да? Ну, что там овцой одной больше, а другой меньше, да? Больше, меньше, какая разница? Ну, это издержки производства ведь, правильно или нет? Ну, это вот волк или медведь пришел, ну, это же опасно для жизни. Главное, чтобы много не забрал, но одно не проблема. Он за одной бежал. Он за одной бежал, вырывал и возвращал. И Бог говорит, я нашел. Я нашел, и все увидите, я буду этого человека поднимать. Ну, другими словами, он начал этого человека поднимать просто. Послал туда своего слугу, Самуила, его просто помазали на царство, и все, и он также остался пастухом, то есть Бог его ничего не делает. Все начинает двигаться естественным образом, просто потому, что вот Давид такой, и все. Просто потому, что Давид угодил Богу, Бог его увидел вот в этом маленьком возрасте, и Бог его берет из-за его отношений. И вот это вот отношение Давида, оно просматривается там дальше, что когда он приходит на эту битву с Голиафом, Библия же, она на самом деле очень краткая книга, она какие-то вещи описывает подробно, какие-то очень кратко, очень мало дает информации, но тут почему-то дает такую информацию про Давида, что Давид встал рано утром, прежде чем его отправили к братьям на войну принести хлеба, встал рано утром, написано, поручил овец обозному сторожу и взял свою ношу и пошел. То есть, да, вот, ну, можно было это не писать, правильно, в Библии? Ну, в
Давид принес еду братьям на поле. Правильно или нет? Можно было бы или нет? Но Библия делает на этом упор, что Давид поручил овец обозному сторожу. А вы знаете почему? А потому что ему предъявили за это там. Предъявили, потому что когда он начал интересоваться, а кто тут кричит, а что сделают тому, ему старший брат его говорит, что ты тут лазишь? Малолет, ты что ты пришел смотреть на... Я знаю твое сердце. Ты на кого оставил овец там в поле одних? Ты просто, я знаю твое сердце, ты пришел на сражение посмотреть. То есть он еще и получил там, да, ни за что. Ну он так, ну ладно, говорите, говорите. Ну он-то сделал все правильно. И Библия нам показывает, что он сделал все правильно. Поэтому, ну, это Бог вот таких людей выбирает. Бог хочет от людей вот именно вот этого. И в Евангелии мы много про это слышим, да, что будь верен в малом, тебе будет доверено больше, больше, да. Что Бог доверил что-то маленькое людям, которые, вот помните эти таланты, да, Он им доверил 5-10, другому один. И вот эти пошли, они вкладывали, они работали, а тот пошел и зарыл. Понимаете, вот он зарыл, написано, и он сказал, что я боялся, я не знал, ты из меня бы спросил, и потому что ты жесткий. Он ему говорит, ты лентяй просто, ты лукавый, что ты врешь мне, ты просто лентяй, ты просто не захотел ничего делать, и все. Поэтому заберите у него, написано, отдайте тому, у которого 5, а этого во тьму наружу выбросьте. Понимаете, то есть как бы вот, ну, мы Бога не обманем, мы себя не обманем. Если мы лентяи, то мы лентяи. И на самом деле вот эта вот, ну, проблема с ленью – это серьезная проблема, серьезная духовная проблема. И понимаете, лень нам просто не дает стать теми, кем мы могли бы стать. И все. Понимаете? Я вот просто так подумал, думаю, знаете, есть вот люди такие, которые работают где-то. Вот особенно в Советском Союзе было такого много. Как бы рабочих мест было много. Да и сейчас, наверное, такие есть. Вот когда какое-то большое там предприятие, и вот есть люди, вот они ничего не делают почти. Они просто создают вид деятельности какой-то. Ходят, тут бумажку принесут. Вот спокойно, его нет, и было бы то же самое. Но вот если его нет, и было бы то же самое, значит, это нет никакого результата, никакого плода. Понимаете? То есть, или вот нужен просто вот, я не знаю как, для чего. И вы знаете, иногда люди, они радуются тому, что у них такая работа. Вот у них вот работа, он типа там внутри, ничего не нужно. А мне платят бабки большие, представляешь? Я думаю, ну и по идее, вот кто-то этому может радоваться, но это на самом деле проклятие. Бежать оттуда надо. Просто бежать. Потому что однажды кончится вот эта вот халява, и ты будешь человеком, который будет думать, что деньги достаются просто так. Ты будешь просто не делать или не в состоянии. У тебя будет просто вот такой, как бы ты будешь такой лентяй, что с тобой, ну, невозможно тебя будет никуда применить, никому ты не будешь нужен. Понимаете, потому что вот я вижу частично вот это все, почему Иисус не берет фарисеев, чтобы переучить их, сделать из них апостолов, потому что в них уже они Библию знают там, и так далее, да? Ну, потому что, по большому счету, они больше лентяи. Вот. Поэтому он не берет. Поэтому берет просто работяг. Вот он видит, ответственно к делу подходит и говорит, давай ко мне. Понимаете, вот, ну, я вам не рассказал эту историю, я вот сам такой. То есть я однажды увидел, у меня вот было много раньше, ну, и сейчас есть, русских у меня работают, ребята со мной. А это однажды я подумал, что вот у меня мысль так и закралась. Ну, я хочу вот узбеков себе тоже. Вот. Надо попробовать себе узбеков завести, чтобы вот тоже как бригаду расширить, потому что вот, ну, они гастарбайтеры, потому что, в принципе, почему? Потому что они приезжают сюда, в нашу страну, только для одного работать, зарабатывать. Им не надо вот ничего, им только вот дай работу, они ее выполнят и все. И мне эта мысль закралась. И вот однажды я просто встретил, вот так просто случайно встретил этих молодых ребят, которым там было лет 25, трое или четверо человек, и они копали. Они умели только копать. Но как они копали? Я когда увидел, как они копают, я говорю, я хочу их к себе на работу. Я понимаю, что из этого я сделал что угодно. Я думаю, русские 10 человек так не будут копать. Русские, ой, я думаю, сейчас заставь кого-то из моих копать. Он мне весь мозг вынесет, как ему тяжело, какую я ему тяжелую работу дал, как я его эксплуатирую, и вообще он отделочник, и копать он не может, и так далее. Понимаете? То есть, ну, вот...
часто проблема в этом. Знаете, люди скулят, жалуются, там им мало платят или плохо относятся, а по большому счету часто просто, ну, люди не хотят, не умеют работать. Понимаете, не умеют работать так, как могли бы работать. Потому что на самом деле возможности человека очень-очень, ну, большие. И мы часто для того, чтобы добиться, мы знаем это, правильно, Серег, что, ну, мы можем часто и быстрее работать, и больше работать, ну, иногда вот как бы вот не хотим. Или лень есть, да, вот этот вот душок присутствует, и все. И вроде как денежки идут, время идет, какая разница, что я больше сделаю, меньше сделаю, понимаете? И вот, ну, и вот это вот просто присутствует, и потом просто, ну, то, что человек меня обманет, там, да, получит зарплату за то, что практически не делает, это одно. Но самое плохое то, что человек сам себя обманывает в этом. Сам себя просто. Он, потому что в итоге результат все равно будет виден. Я вот как начальник, я знаю, кто как работает. Меня нет на работе. Но я просто по маленьким моментам всегда знаю примерно, кто как работает. Или с процессом времени. Мне может, конечно, казаться, что он работает, но потом произойдет одна ситуация, вторая, третья, и я все однажды увижу все равно. И поэтому Иисус нам однажды говорит такую притчу, что вы будете вот как слуги, которых господин поставил над своими рабами, да, раздавать им пищу, ухаживать. И он говорит, блажен слуга, господин которого придет и найдет просто слугу за занятием. Просто вот застанет раздающего. Потому что слуга же, он на самом деле не всегда. Ну да, есть время и посидеть, и поспать, и все есть, и покушать. Но вот блажен тот, которого застанет за работой. Застанет за работой. Потому что и я также, я даже это всегда цитирую. Если я вот приезжаю на объект, резко зашел, сидят. Ну, одно у меня отношение, одно настроение. Хотя, ну, если это не обед, хотя я уже, в принципе, не обращаю на это внимания, мне приятно, приятно, когда я вдруг приду, и я вижу, человек делает, и что-то делает так быстро. Поэтому у меня будет отношение к этому человеку другое, мне захочется ему там. И премию выписать, и повышение, и это не останется незамеченным никогда. Поэтому, ну, то, что я вижу здесь, вот то, что мы посмотрели в Иакове, каким благословением Бог благословил Иакова, это он делает из него работягу. Представьте, вот хотелось бы просто этому человеку получить Божье благословение, и все, Бог, зачем мне вот это все, вот эти 20 лет на Лавана, так, это просто благослови меня. Но в этом-то и заключается благословение, что он сделал из него человека дело. Человека, который, ну, способен делать сам и других научить, вдохновить. И вот этому человеку он может доверить вот этих 12 сыновей, которых он тоже способен воспитать. И все, и начинается целый вот этот род Израиля, да? Он меняет ему имя. Потому что вот, ну, действительно, у Иакова вот, ну, произошло это изменение со временем в сознании. Куда же он попал, попрося у Бога благословения, понимаете? Потому что его брат, который остался без благословения, остался жить там с папой, с мамой, у него там все так же осталось, вот вроде расстроился и остался без благословения, но... А этот вроде как ушел с благословением куда-то на работу, в какие-то трудности там и так далее. Представляете, что Библия называет благословением? То есть вот эта вот работа, трудности, созидания характера, и вот то, что этот, а тот брат остался со всем имением его папы, совсем, даже с братом уже делиться не надо. Вот просто приумножай, развивайся и так далее. Но без благословения Божьего. И, ну, ему тоже там досталось какое-то благословение, папа ему там придумал какие-то слова сказать, что тебя благословит, но он ему сказал, ну, ты будешь служить этому брату. И у них в процессе ихней жизни это не произошло, потому что, ну, Бог говорил про будущее, про суть вещей, что кто будет у руля, понимаете, в итоге, кто будет у руля, кого признают, как бы, да, за успешных, благословенных людей, вот таких, как Иаков, которые на самом деле вроде как в халявщики, а в итоге превратились в человека дел. Я вас убедил в том, что то, что Библия, она ясно об этом говорит. Апостол Павел, да, вот тоже должен был быть бы фарисей такой, который, ну, сидит и Павел, растит и там по своей карьерной лестнице, да, вырос у ног у Гамалиила, молись там, ходи в храм, учи там, я не знаю. Нет, Павел берет письма в Дамаск, я буду бить христиан. Это же тоже, грубо говоря, работа, правильно? Скачет, все это, он не унимался, в нем вот это. Его говорят,
не, этого развернул, он меня достал, и он его разворачивает просто, и вот этот весь вот этот напор Павла, вот это вот его трудолюбие, вот это вот его отдачу он использует для Божьего Царства, понимаете? Поэтому Бог такой, Богу нужны делатели, поэтому мы должны и сами, и как церковь, и как служители, и вообще как просто люди настраиваться на дело, больше смотреть, ну на самом деле, вот, ну, есть ли у меня дело в моей жизни, в чем я участвую и так далее. И вот этот вот очень важный момент тоже, что, ну, Бог сам знает, когда тебя перевести с одного уровня на другой уровень. Просто, да, вот Давид пас овец, да, потом однажды раз, и уже во дворце у Саула поет для него, побеждает там и так далее, да, потом он уже лидер, его люди слушаются, он уже заботится о своих людях там, да, и так далее. То есть, но было время, вот когда ему сказали, что ты будешь царем, у него появилась эта мечта уже, да, он уже увидел это видение в своей жизни, он, его пророк помазал, он не сказал, ну все, я царь, и останься от меня своими овцами, они мне надоели. Правильно? Нет, он продолжал пасти овец. И мы видим, что он их поручил обозному сторожу. И значит, мы уже перечислили каких людей? Павел, апостолы, Давид, Иаков, Моисей, Гидеон. Вот просто тоже Гидеон. Что делал Гидеон, когда его Бог призвал, знаете? Выколачивал пшеницу. Ну, правда, это было в Точиле, где нужно было вино украсть, но тем не менее человек занимался делом, опять же, да? Мы видим, призвание Божие происходит, что человек занимался делом. И Бог приходит и призывает, вот, стань муж сильным. Он говорит, ну какой я муж сильный? И ты муж сильный, видно, потому что ты, ну, все, Бог тебя избрал, он занимался делом. Вот. И еще очень сильный пример, это пророк Елисей. Знаете вы такого, нет? Это вот тема, которую я хочу развивать дальше на многих собраниях. Я вот ее буду открывать потихоньку, как мне открылось, что Иисус путь, да? Знаете, да? И если путь, ну, и на самом деле путь только Иисус. Но мы вот этот путь Иисуса должны увидеть во всей Библии. Во всей Библии. Где Иисус сам видел себя как путь. Да? Ему нужно было свой путь пройти, стать путем тоже. Да? И поэтому для полноты картины мы Иисуса, вот, например, мы видим в Давиде Иисуса. Да? Или нет? Согласны или нет? Что Давид это тоже как прообраз Христа, пришествия Христа. И вот пророк Елисей это тоже прообраз пришествия Христа. Почему? Могу доказать чисто логически. То есть мы знаем, что Иисус приходит, Евангелие начинается с рождения Иоанна Крестителя, да? Знаете, да? То есть мы знаем, что перед Иисусом должен прийти кто-то, кто будет готовить путь. Соответственно, вот Иисус это знал, и пророчества об этом говорили. То есть вот приходит сначала Иоанн, как будто бы Мессия, потому что его спрашивают, и он отвечает, что он не Христос, да, но там тоже очень мощное, сильное помазание, лидерское учение, слово, и Бог действует, да, и это очень похоже, а может быть это Христос, поэтому его спрашивают. И вы знаете, что про Иоанна вот именно говорили, что как придет в духе Илии, знаете, да? Что Иоанна, и сам Иисус его потом называет Илией, и когда его спрашивают фарисеи, там, ну вы знаете, что Илий должен прийти сначала, да? И все ждут сначала Илию, а потом ждут Христа. Он говорит, ну я вам говорю, что Илия уже приходил, и вы его не узнали. Тогда, соответственно, у нас Илия прообраз Иоанна Крестителя. Согласны или нет? Или Иоанн Креститель прообраз, или это одни и те же люди. Тогда, соответственно, после Иоанна Крестителя идет Христос, да? А после Илии идет Елисей. Тогда вот эта вот парочка, Илия, Елисей и Иоанн Креститель, Христос, это, в принципе, два эти же прообраза, ну, как бы, пришествия Христа. Точно так же можно сказать про Саула и Давида. Это тоже эта же парочка. То есть Саул, можно его сравнивать с Иоанном Крестителем и с Илией.
именно на тех же основаниях, что Давида мы сравниваем с Христом. То есть есть тот, кто начинает какое-то дело, да, потому что мы вот привыкли все так смотреть на Саула только в негативном свете, да, что Саул вот. Но давайте не забывать, что Саул – это избранный Богом царь, помазанный пророком, совершивший большие победы для Израиля, победивший филистимлян. Поэтому, ну, осторожно, когда мы вот на Саула смотрим только негативно. Саул – великий помазанник Божий, который совершил великие дела. Нам бы такие называться, понимаете? Ну, это серьезно. Поэтому Саул, Давид, Иоанн Креститель, Христос или Елисей – это... Я бы вот хотел вам так показать, это путь Христа. И если мы начнем эти вещи друг на друга накладывать, мы очень много увидим. Очень много увидим. И вот этим мы будем еще заниматься на дальнейших вот тоже собраниях, когда я уже вот вам буду их ближе сводить. Но сегодня я просто хотел вот Елисея немного посмотреть, именно к той теме, о которой я сегодня говорю, что кого избирает Бог. Кого избирает Бог? Именно... Представьте, кого избирает Бог для того, чтобы явить прообраз Христа. Знаете, кого? Давайте я открою вам 3 Царство, 19 глава. Написано немного, но этой информации вполне достаточно. Иногда, знаете, когда написано немного, есть большие возможности для воображения, для того, чтобы вставить туда что-то. И, в принципе, мне вера моя вот не запрещает это делать. Если кого-то из вас это соблазнит, то вы меня простите. Но я вам немножко нарисую эту картину, того, как я это вижу. Тогда 3 Царство. Вот, когда говорю, не могу открывать Библию совсем. Могу листать ее до бесконечности. 19 глава, 19 стих. Всего лишь что написано про Елисея. И пошел он оттуда, и нашел Елисея. Это про Илию написано. И пошел он оттуда, или и нашел Елисея, сына Сафатова, когда он орал. Знаете, что он делал? Не орал. Пахал. А пахал. А некоторые вот как раз буквально, да, хотят и воспринять, что такое, да. Что такое духовность в христианстве, это орать надо, знаете. Вот там креститель, он орал, знаете, да, когда проповедовал. А этот... Пахал. И нашел Елисея, сына Сафата, когда он орал. Опять, да? Вроде как маленький такой момент, но когда мы его вставляем в тему и понимаем, куда, опять находит, вот, или идет искать человека вместо себя, потому что ему Бог сказал, иди поставь пророка, помажь. И он находит вот этого человека опять, пашущего. Но теперь мы посмотрим, нужно ли было ему пахать-то на самом деле или нет. Потому что, ну, пахал. И написано, 12 пар валов было у него, и сам он был при 12. О чем это говорится? У него было 12 пар валов. Ну, другими словами, на наш современный язык, у него было 12 фур, которые ездили по городам и занимались там, доставкой там, грузов. У него был серьезный бизнес, нормальный бизнес. Ну, не олигарх, но нормальный бизнес, который можно спокойно жить. Но, что самое интересное, если человек, вот сейчас, в наше время, найди такого человека, у которого будет 12 фур, но он сам будет ездить на 12, тоже как водила. Это, ну, можно сказать, что можно сказать об этом человеке? Можно что-то сказать об этом человеке? Я считаю, что можно об этом человеке что-то сказать. Что человек был, ну, делатель, понимаете, делатель, и он, ну, вот он, то есть 12 пар, они, это же не говорит о том, что они стояли там, правильно или нет? Зачем ему тогда 12 пар? Ну, лучше съесть их тогда, да, там, не знаю, продать, что из них делать. Соответственно, они у него работали. То есть, кого избирает Илия, да, кого избирает Бог? Человека дела, да, человека, умеющего делать дело. Число 12 нам говорит о полноте. Полнота, завершенность. Соответственно, мы здесь понимаем, что когда призывает Бог? Когда человек достиг в своем деле совершенства полноты, да? Вот он все свое дело делал до конца. Все, закончилось его время делать это дело. Вот он ездит на этой 12-й фуре, да? И думает, ну, что же делать дальше? Что же делать дальше, да? И я не знаю, что же себе, может быть, он думает, что же себе купить? Крузачок или BMW или еще что-то. А тут Бог говорит, начинай служение. Начинай служение. И может быть так на самом деле, но
Смысл такой, что Бог здесь берет человека делом. И я вам хочу сделать акцент, что это прообраз Христа. Что это прообраз Христа, Елисей. И что самое, знаете, чем он прославлен, вот и Елисей? Какая фишка-то его основная, самое важное. Что все христиане так хотят, зачем гоняются, устраивают конференции, устраивают там... Я был на одной конференции когда-то, лет 5 назад, где проповедники проповедовали, очень горячо, кстати, Серега тоже был там, помнишь, в Волгограде, где потом они вот, было последнее служение, сказали, давайте, кто хочет помазания, крещения Духом во имя Иисуса, там, давайте на сцену, вот все служители будут на вас руки возлагать, елеем руки мазать, возлагать, все, ну, конечно же, мы пошли, и все пошли, и мы же христиане, мы же хотим, мы прошли через это, но знаете, что самое потом было дальше? И то вышел тоже один дедушка, проповедник, он говорит, а вы знаете, вот в Библии есть Елисей такой. И вы знаете, чем он знаменит? Это? Чем? Он попросил двойное помазание. Кто хочет двойное помазание? Все, давайте еще раз то же самое. И мы все опять побежали за двойным помазанием. Через точно такой же туннель из рук, с маслом, там, с елеем и так далее. Вот, понимаете, вот так люди хотят иметь двойное помазание. Вот такое представление сейчас в христианстве есть о двойном помазании. Но, вы знаете, ну, мне Бог открыл, ну, мне, во всяком случае, для меня, для самого, что такое двойное помазание. Не каждый из вас захочет двойное помазание. Потому что если ты получишь двойное помазание, если ты получишь одно помазание, ты будешь мало спать. Но если ты получишь двойное помазание, ты перестанешь спать вообще. Понимаете или нет? Потому что Дух придет. Потому что что такое Дух написано? Дух, он бодр. Понимаете, Дух, он бодр. Ты захочешь спать, но ты не сможешь спать. Ты сможешь спать, как Иисус, только вот во время шторма. Понимаете, а потом он, как Иисус, когда служил, рано встал, пошел молиться, поздно встал, пошел молиться. Захотел пойти в уединенное место, чтобы погрустить о смерти Иоанна Крестителя, увидел народ и стал служить народу. Все, он понимал, что он делает. Поэтому, вы понимаете, что на самом деле служение Богу, это намного больший серьезный труд, чем просто даже работа. Поэтому Бог берет для своей работы в служение людей, уже умеющих работать, у которых просто вот эта вот работа и отношение к работе, он просто в крови. Вот как у этого Елисея. Да? Вот у него просто, вот у него вроде есть эти 12 пар, но отдай ты, поставь ты работягу какого-то. Че? Нет, он сам идет паш. Ну не может он дома сидеть. Я на самом деле не скажу, что вот я такой же, я знаю, я люблю полениться, где-то полежать, но если честно, в моей жизни есть эта привычка. Я если днем, например, да, вот у меня вроде дел каких-то срочных нет, но вот если я там задержался до обеда и вроде все меня начинает, оно где-то здесь, я не могу сидеть дома, мне надо поехать, начать делать какое-то дело. Я не знаю, на каком это уровне работает, на уровне совести, на уровне сознания, не знаю, но я просто не могу. Вот у меня там люди работают уже, я вроде всех расставил, я по идее могу вот сейчас вот не работать, да? Но я не знаю, что, оно бурлит, оно зовет. И я думаю, что Бог ищет примерно таких людей, потому что на самом деле, ну, Богу нужны именно делатели. Делатели. Вы молитесь, чтобы Бог выслал делателей на жатву свою. Потому что, ну, жатва большая. Об этом говорится. Жатва большая, там работы очень много. Что на самом деле нам не нужно нашими церквями, в наших церквях заниматься борьбой друг с другом в церквях. Понимаете? Потому что жатва на самом деле огромная, людей много. Нужны делатели, которые бы просто делали работу. Делали настоящую работу, делали ее постоянно. Которые бы вот имели эту привычку работать. Еще есть привычка работать. Я знаю одного человека, который сейчас, ну, там, можно назвать олигархом по самарским меркам, который был вот в центре, в котором мы были, который получил там освобождение от Иисуса, и он не стал вот служителем, и, ну, внутри, как бы он верующий, во всяком случае, так говорит, и мы с ним общаемся и дружим. И он просто вот мне свидетельствовал, он говорит, я благодарен центру Рето за то, что меня там работать научили. Просто я вот, и он мне тоже про это же рассказал, то, что он говорит, если дома остаюсь, вроде мне ничего не надо, я не знаю, мне совесть начинает мучить, я не могу, я начинаю ехать там на работу. И этот человек добился очень больших результатов, серьезная там фирма, серьезные проекты, корпорация там и так далее. То есть, но вот опять же, и он сам об этом говорит, из-за чего? Из-за этого.
И этот человек мне однажды дал совет в моей жизни тоже, которым я хочу с вами поделиться. И как бы вот он для меня тоже как бы результативным стал. Потому что вот сейчас есть, ну, и была, и сейчас тенденция такая вот, как обычно у людей, там вот какую-то тему новую, что сейчас работает. И я к нему подошел однажды: Саня, вот ты вот, ну, там, успешный, там, вот, подскажи сейчас, вот в что сейчас можно двинуться, что будет вот успешно, там, что можно вот развивать, там. Я занимался уже стройкой. Он так подумал, он говорит, он так пошутил, он еврей, он говорит, хороший вопрос, говорит, все это хотят знать. Все хотят вот, просто найти тему, найти клад, открыть вот такой бизнес первому как кому-то, да, и все, и вот разбогатеть. Все вот хотят, как там Марк Цукерберг, да, изобрести Facebook, открыть контакт там, и так далее. Но тот же Марк, тот же вот этот создатель контакта, да, трудяги, ребята, которые вот очень много пилили на компьютере, создавали, и очень много времени посвятили, пока это все заработало. Да, конечно, там не без везения все произошло, но очень много труда. Но смысл такой, то, что он мне сказал, он говорит, все этого хотят. Он говорит, самое лучшее – это стать профессионалом в чем-то одном. Вот у тебя есть твоя специальность? Вот и становись там лучшим. Становись там более, то есть как бы завоевывай рынок, то есть качество там твоей продукции, чтобы росло, сервис твой рос, да, имя, чтобы твое там более, ну как бы вот просто развивайся, расширяйся там, я не знаю, вширь, в глубину там, в технологии и так далее, но просто будь лучшим, и это в принципе такой принцип, поэтому вот Бог тоже хочет выбирать лучших, да, лучших и в принципе вот обычных. Обычных. Поэтому речь не идет здесь о олигархах, то есть вот там не этот Елисей, он не был какой-то вот, да, олигарх. 12 пар валов. Хорошо, хороший бизнес, стабильный, трудяга, сам работает. И в принципе, все, что тот человек делает, потом написано, что он сжег свой клуб, своих валов разрубил, людей покормил, другими словами, отдал Богу десятину. Потому что это десятая часть, два вола. И пошел за Илью. А где же остальные 11? Почему не раздал остальные 11? Нужно было раздать. Остальные остались на него работать. Ему не помешало его духовная жизнь, его служение. Ну, это я так вижу, и так я понимаю тому, чему он дальше стал посвящать свою жизнь. Там у него это все осталось, наверное, работать. Как вот я это вижу в современном мире, потому что про них ничего не сказано, что он все раздал и пошел за Ильей, да? Но я так вас я вам объяснил, да, чего попросил Елисей у Ильи, да? Чего попросил? То есть он когда ходил за Ильей, учился от него, да? Он у него тут говорит, все, ладно, проси у меня, что тебе сделать, чего Богу попросить для тебя. И знаете, что он говорит ему? Я хочу двойного духа, как у тебя. Вот такого духа, как у тебя, только еще в два раза больше. И я это называю, в принципе, это вот именно мышление трудяги, мышление человека, который знает, что такое дело. Что как бы любое дело, в принципе, можно сделать сильнее, можно усовершенствовать, можно увеличить. То есть у него были 12 пар валов, и поэтому у него валы работали в паре. Правильно? Поэтому он понял, что на самом деле один вол хорошо, а пара волов в два раза лучше. И один другого поддерживает и так далее. И ну, мы еще посмотрим, что это значит именно в духовном плане. Да? Другими словами, что он попросил у Ильи, что он хочет сделать в два раза больше, чем Илья сделал. Понимаете или нет? Что это не просто духа, дай мне духа, и я буду вот духом бросаться здесь на всех. Нет, духа это внутри тебя определенная сила, определенное состояние, которое... Вот, потому что у Ильи на самом деле были слабые места, и мы это однажды еще изучим, точно так же, как слабые места были у Иоанна Крестителя, точно так же, как слабые места были у Саула, и каждый следующий, вот, ну именно вот суть Христа, именно в том, чтобы усовершенствовать уже вот начатое дело. Понимаете, не просто разрушить. Поэтому Иисус начинает со служения Иоанна Крестителя уже с подготовленной базы, просто это дело усовершенствует. И сам Иисус в первую очередь нам показывает в себе пример кого? Человека из людей, из народа, сын плотника, который до 30 лет был совершенно невиден и незаметен, который рос
который вот, ну, не духоманил там никак, особо не был замечен. Потому что если его там сравнить с Иоанном Крестителем, то про Иоанна Крестителя написано, что тот возрастал уже в пустынях, не стригся, потому что он считал себя Назареем или был Назареем, да, ел акриды, дикий мед, то есть это, ну, была такая жизнь просто полностью духоманская. Он был рожден в семье священника, и, грубо говоря, вот от него ждали вот этой вот чего-то духовного, да, и он вот так вот жил. То есть мы видим, что это, ну, другой пример просто, другой подход просто вот, ну, я бы так сказал, другой подход к церкви, другой подход к христианству. Поэтому то, что я бы хотел сказать, что тот путь, который должна проделать церковь, сегодняшняя современная церковь на земле, то, что она должна перейти из церкви Иоанна Крестителя в церковь Христа. Потому что церковь Иоанна Крестителя, она вот немножко такая духоманская. Она вот только говорит и кричит, и мало работает. Понимаете? А вот Иисус, он как бы идет из работяг, сам работяга, вокруг себя собирает работяг, тех людей, которые способны делать дела, делать или воспитывает их, наставляет их в духовных вещах, и они такими же и являются. Еще один заключительный пример про Петра. Просто вот тоже какой Петр апостол был. Вот мы знаем, что Иисус его берет из рыбаков, да, вот он работник, рыбак. И что самое интересное, вот действительно, вот как подтверждение того, что сегодня говорю, что Петр не мог сидеть на месте без дела. Помните, когда Иисус ушел, ну, был распят, еще не вознесся, и все, ученики вроде остались одни, он вроде то придет, Иисус там, да, то явится, то не явится, они не знают, что делать. И помните, что Петр говорит? Я иду ловить рыбу. Я не знаю, как вы, ну, я уже добавляю от себя, но написано, я иду ловить рыбу. И он идет и ловит рыбу. И что он там встречает? Он опять встречает там Иисуса ночью, да, когда вот он опять ловил, всю ночь ничего не поймал, и он встречает там Иисуса, и Иисус уже там перенаправляет его жизнь, он уже вот по-настоящему меняет его профессию, потому что когда он его позвал, он сказал, я сделаю вас ловцами душ, да, и все это время он делал, потом Петр попытался, и вот, ну, мне чуть трогает вот этот момент, я опять это вот к этой проповеди вижу, что вот, ну, какой был Петр, то есть Петр был человек дела, ну, что, ну, нет Христа, я не знаю, что делать, нас никуда не послали, он там говорил, я еще половину уже не помню, что он там говорил, да, я рыбу ловить пошел, деньги же надо зарабатывать, все, он пошел ловить рыбу, и опять встречает там Христа, и Христос ему уже вот в этой встрече говорит, любишь меня, Петр? Паси овец. Любишь меня? Паси овец. Любишь меня? Паси овец. Все, занимайся уже, ну, вот, тем, на что я. И вот тебе три подтверждения одного и того же, чтобы тебе не показалось там, что я тебе что-то не то сказал. Я тебе, он ему три раза сказал одно и то же. Будь пастором, паси овец, это твоя работа, основная работа. И давай начинай уже вот здесь вкладываться по полному. И если мы посмотрим действительно вот там на жизнь Павла, жизнь вот этих, ну, духовных людей, что они, ну, ходили, проповедовали, все так же продолжали. И когда Павел просто перечисляет про себя, как выглядит его жизнь, то это просто вот, ну, кто может это вынести? Написано, что я постоянно в трудах, у меня постоянно куча стечения народу ко мне, меня все хотят там видеть, я о тех забочусь, об этих забочусь. То есть он, ну, короче, там такой работяга, что вообще столько претерпел, столько прошел, Бог его тоже перевоспитал вот из этого вот фарисейства, из этого вот просто вот духовного человека вот такого, да, важного. Ну, все это тоже чуть-чуть хорошо. Конечно же, духовные люди, они, ну, должны быть почитаемы, они должны быть в уважении, да, но я на самом деле знаю небольшое количество высоких епископов, и вот они действительно такие. Ездят, беспокоятся, делают, трудятся, все. Такой дух, такая бодрость, такое желание делать, такое ощущение того, что вот лишь бы вот доделать, лишь бы успеть. Просто видно, что они как бы на это дело поставлены Богом и заряжены Богом, заряжены Духом. Они не играют просто в христианство, они не просто создают вид, что они важны, они просто этим являются, они служат людям там, да, и так далее. Поэтому я бы не хотел, чтобы вы подумали, что я кого-то критикую там и как-то показываю. Я критикую сам Дух. Потому что вот сам Дух вот этот лени, да, сам Дух вот этой вот
хитрости, лукавости, да, что найти себе что-то полегче, где-то отсидеться, ну, это проклятие, понимаете? То есть найти себе полегче что-то, это, ну, как бы проклятие, это больше, ну, не от Бога все приходит, поэтому мы не должны, как бы, вот, быть такими людьми, а больше воспитывать в себе человека дело, для того, чтобы принести этот результат, принести этот плод. Давайте быстренько я посмотрю, что у меня тут было еще для завершения. И, в принципе, я сказал все, что хотел сказать. Вот. Поэтому еще раз вот именно про дух, про двойной дух. Что такое дух, что такое помазание? И что такое благословение? Что дух, особенности, двойной дух, это сила внутри тебя, это бодрость, это заряд для того, чтобы ты делал. Ты делал. Это не то, чтобы вот такое помазание, которое ты кидаешь на всех, как бы вот, а это действительно вот, ну, тебя делает человеком дело. И вот, ну, и все. Я это так вижу. Это для того, чтобы нам победить эту собственную лень, которую так трудно победить. Потому что лень — это тоже дух. Это тоже дух, это такое внутреннее состояние, когда, ну, хочется от этого отказаться, от этого, и ты вроде себе можешь это позволить. И не то, чтобы я вот... не подумайте, что мы должны стать трудоголиками. Нет. Мы должны стать вот именно благословенными людьми для того, чтобы вот делать ту работу, которая у нас есть, это дело, развивать его, иметь это хорошее внутреннее состояние, иметь видение, к чему тебя приведет, иметь мечту, в которой мы можем, вот, в которой мы хотим возрастать и расти, иметь эту цель, иметь это внутреннее хорошее состояние для того, чтобы всего этого просто добиваться. И все, просто добиваться, делать, делать и делать. Понимаете? Иисус просто точно, вот, да, он, от него, может быть, вот его дьявол искушал, давай тебе вот царство мира, давай сбросься, тут ангелы тебя поносят. А он другими словами говорит: отойди от меня, мне надо, ну, определенную работу сейчас делать, просто делать. Мне нужно просто ходить по земле, тут воскрешать, тут исцелять, этих учить, этих терпеть, от этих убегать и так далее. Просто нужно проделать эту работу. Проделать эту работу, еще потом пойти на крест, а вот тогда потом будем отдыхать в вечность. Аминь. Поэтому вот станьте людьми дела. Пусть вас Бог благословит.